Глава Северского района Андрей Дорошевский провел объезд промышленных предприятий в Фипском поселении. ООО «Централ» выпускает женскую одежду из натуральных тканей. Это вот коллекция этого года. То есть у нас в год где-то порядка 300 артикулов набирается. Но мы работаем не в глубину, а в ширину. Дизайнеры и швеи, порядка 60 человек, трудятся над созданием красивых и стильных коллекций. Предприятие имеет свой покрасочный цех. Продукцию под брендом «Адженда» реализуют с помощью популярных торговых онлайн-площадок. Каждая модница может найти платье или блузку на свой вкус. После Андрей Дорошевский посетил ООО «ЗАИС Юг». Завод специализируется на производстве энергетического оборудования. Главе района рассказали о процессе строительства трансформатора. Сначала отливают железобетонную конструкцию, а после красят и оснащают необходимым электрическим оборудованием. Предприятие активно сотрудничает с Россети Кубань и планирует расширение производства. ЗАИС Юг – участник национального проекта «Производительность труда». Компания «Кубань Экопродукты» и ВМВ занимается вторичной переработкой. В 2020 году здесь успешно реализовали инвестиционный проект по производству полимерной гранулы, что позволило создать 43 рабочих места. В завершении глава муниципалитета посетила фипский филиал «Выбор-С». Здесь производят тротуарную плитку. Процесс автоматизирован, завод оснащен современной скоростной линией. Качество плитки проверяют в специальной лаборатории. Продукт проходит проверку холодом, давлением и водой. Андрею Дорошевскому подробно рассказали о проверках и показали одну из них. В результате получается красивая плитка разных цветов и форм. Глава оценил качество производимой продукции.